Всем привет! Вы на канале Анастёна Настюшкина. В сегодняшнем видео я решила пофантазировать и показать вам, как бы выглядели персонажи My Little Pony, если бы авторы в одном из сезонов превратили их в симпатичных крабов, а действие происходило бы где-нибудь на дне морском. Вот таким серьезным у меня получился краб в виде Рарити. Впрочем, как и сама красавица Рарити. А это краб в виде Флаттершай. Ее глазки выглядят очаровательно. Ставьте лайки, если согласны. Посмотрите, какой красивый крабик. Знакомьтесь, это краб по имени Твайлайт. Ставь лайк, если понравился. Ну что это за чудо? Это веселый краб Радуга Дэш. Посмотрите, как он весело машет вам клешнями. Обожаю Пинки Пай. Яркая, веселая и очень дружелюбная. А вот в виде крабика у меня она получилась вот такой интересной. А это надежная, трудолюбивая и очень дружелюбная Эпплджек. В виде краба, в моем представлении, выглядит именно так. Вот такими интересными у меня получились крабы в виде персонажей My Little Pony. Ну а теперь берите карандаши и фломастеры. Мы с вами будем рисовать очаровательную Флаттершай в виде собачки. Ну что, готовы? Тогда погнали! Дорогие друзья, повторяйте за мной, рисуйте и присылайте свои рисунки на мой e-mail, указанный в описании к видео, с фамилией, именем и обязательно укажите свой возраст. И уже в следующем моем видео вы сможете увидеть свой рисунок. Удачи вам! Ждем ваши рисунки!